Всем привет! Это проект «Окей, Гурьевск. Путеводитель по городам». И мы приехали в замечательный город, который выбрало больше 700 человек в группе ВКонтакте. Это Инстербург, Черняховск. Второй по численности населения город, кроме Калининграда, в Калининградской области. Первый по территории, друзья, огромный город. И вот прямо сейчас мы будем снимать здесь, поэтому все люди, выходите на улицы города. Это «Окей, Гурьевск. Погнали! Город Черняховск, раньше Инстербург, где больше брусчатки, чем асфальта, фольгу применяют чаще для курения, чем на кухне, для кулинарии. Мужики, привет! Мы снимаем такой путеводитель по городам и первый раз приехали в Черняховск. Вы живете в Черняховске? Да. В Черняховске люди вообще какие? Добрые люди? Или бывает такое, что типа... 50 даже можно вот так сказать. Вот вы к каким 50% себя относите? Приходят. Я к простым самым. Ну, которые могут нормально, да, так приезжих встретить? Конечно, само собой. Покажи свои кулаки, как там? Кулаки нормальные. Вот, видно, да, недавно встречал кого-то. Прям с города, видимо. Откуда вы приехали? С Ленинградской области. Алтайский край. Алтайский край? Серьезно? А, вы типа служите здесь, да, или что? Да. Чему научила тебя армия? Хорошо, армия всему научила. Дисциплине, как отдыхать нормально. Ю-ху! Тусим! Будете приезжать сюда еще раз? Нет. Возможно, да. Девочками здесь, да? Возможно, да. То есть придется возвращаться, потому что ребенок, да, надо будет следить за ним, да? Конечно. Про Черняховск что можете рассказать от лица вот людей, которые приехали с других вообще уголков России? Красивый город, такой старинный, немецкий еще. Немцев встречали здесь? Я немец. Немец с Алтайского края у нас уникальный. Ю-ху! Тусим! А как с работой обстоят дела в Черняховске? Да нормально. Тебя не напрягает твоя работа? А что это напрягать? Сидишь. И все. За это платят? Серьезно? Да. То есть в Черняховске можно просто сидеть, и тебе будут за это платить? Да, мне платят. То есть ты пришел, говоришь, я умею сидеть. Говорит, да, и такие, вы приняты. Сколько платят, если не секрет? Сколько детей будет на батутах, столько и платят. Так ты следишь вот за этим батутом, да? Зовешь девчонок туда? Они сами приходят, их никто не зовет. Любишь, да, девчонками попрыгать? Какие у вас впечатления? Вот первый раз вы... маршрутки, мы не знаем, куда идти. Пойдемте. Да нет, нам туда. Да, идем. Посмотри, какой, а. Когда не заходит разговор, можно резко перейти на другое интервью. Здравствуйте. Ух ты, вы в Гурьевске не были? Мы в Гурьевске. Мы из Гурьевска. Это вы вели, я смотрела. Это мы вели. Like a oh, yes, I keep the bank rolling. Есть! Нас узнали в Черняховске! Да, да. Вы все время едете за нами просто, и вот наконец... Нет? Вообще, я живу в Озерске. Озерск находится рядом с Черняховском. В Озерск, посмотрите, там, в принципе, есть на что посмотреть. Поэтому вы в Черняховске? Да. Как зовут? Сузанна. Сузанна. Как тебя зовут? Екатерина. Екатерина. Андрей. Андрей. Каково вам живется с банальными именами, вот в отличие от Сузанны? Ты из Калининграда? Да. Ты из Калининграда, а ты откуда? С Черняховска. Вот, есть! То есть ты пригласил девчонок, говоришь, давайте ко мне домой, да? Ну не домой, сначала же прелюдия по городу погулять. Куда ты их сводишь? По прекрасным улицам города Черняховска. Если повезет, то шаверму поесть. Вы боретесь вообще друг с другом? Кто из вас достанется вот молодому человеку или как? Нет, у меня парень есть. Какой он, смотри, а? У нее есть парень, а он ее приглашает в Черняховск. Черняховских парней ничего не останавливает. А жизнь течет, все меняется. Мы сегодня... не знаем, что завтра будет. Конечно, правильно? Сегодня она с ним, завтра она с тобой, да? Почему нет? Вполне вероятно. А твой парень будет смотреть наш? Она больше не твоя. Вот он. Вот он. Не, ну не 100%, конечно, но... Мы прорекламируем ваш бизнес, к вам будут приходить люди. Есть идея рекламного ролика. Берите, друзья, с собой камеру, подходите, отпугивайте продавщицу и берите любые очки, какие вы хотите. Прямо сейчас мы проверим, какие очки в тренде в Черняховске. Мерседес. Вот видите, да? Мерседес. А есть отечественные? Отечественные очки. Вот они, отечественные Lada Style. Что вообще можно рассказать про город Черняховск? Какой он город? Стоит ли сюда приезжать? Самый крутой вообще город в мире Черняховск. Ты что, здесь только самые нормальные люди отдыхают? Ты просто никуда не выезжал, наверное, да? Почему? Не... Вот идем сейчас на стадион,
болеть за нашу команду «Прогресс». Сегодня футбол? Да. Во, футбольный день. Сами занимаетесь спортом, пацаны? Подъем стакана с переворотом. Какой разряд у вас? Самый большой, я не знаю, там такие. Самый... 0,5? Ты что, 0,5 для детей? Пару литров бочка сразу. Нормально. Второй взрослый. Какой второй взрослый? Сейчас посмотрим. Не, там побольше будет. Наш Черняхов, наши пацаны. Здесь я никому не нужны понты. Друзья, это уникальный матч за Черняховский «Прогресс». Пришли поболеть два Криштиану Роналду. Наш мяч. Наш мяч. Че вы чудите там, блядь? Можно поболеть как-то за команду? Барабаны, достаньте. Покажите, что мы болеть можем. Давайте поболеем за команду. Прогресс! Не ролей! Поскорее гол забей! Вот! Но перерыв, к сожалению. Про Черняхов что можно рассказать? Про город? Самый лучший город. Потому что у нас самые красивые дома. Черняховск в центре. Не отремонтирован. Подожди. Черняховск в центре Европы, бля. Вот что можно сказать. Европейцы вот сидят, болеют. Прям по-европейски. Прям вот. Горюску привет. Здравствуйте. А можем мы прямо сейчас втихаря 2-1 сделать в пользу «Прогресса»? Мы вообще все можем. «Прогресс» должен побеждать, ребята, всегда. И поприятнее, да, сразу стало? И прям, ну молодцы, 2-1. Как вообще считаете, нормально играет черняховская команда? Ну, хотелось бы. Оп, гол! Класс! Тут нету тройки. Да вот так оставь, один лучше был. 8-1! Это был проект «Окей, Гурьевск», замечательный город Черняховск, Инстербург. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какой город нам нужно посетить. Это был проект «Окей, Гурьевск», путеводитель по городам, город Черняховск. Пишите в комментариях, какой город нам нужно посетить следующим. Пока! Всего один вопрос и всего один ответ. Как дела?